Ну, с добрым утром. Сегодняшний денек обещает быть трудным. Так, это, пожалуй, промотаем. Сегодня у нас открытие целины, и мы с ребятами решили собраться пораньше. Ребят, я вас все жду на первом этаже. Давайте, пожалуйста, поскорее. Да, из Леры комиссар то, что надо. Даже маму не слушаюсь так, как ее. О, Катюха, командир наш. Пойду пару комплиментиков скажу. Может, плюсиков прибавит. Привет, Кать. О, привет, Эрик, как дела? Да, пойдет. Слушай, ты так круто сегодня выглядишь. В смысле, а в другие дни, значит, плохо выгляжу, да? Вот, блин, этим девчонкам не угодишь. Да, Кать, погоди, ты не так поняла. Привет, Лер. Эрик, ну наконец-то, ты где был? Мы тебя тут уже заждались все. Привет, Эрик. Девчонки. Блин, кто им вообще сказал, что я гожусь на роль певца? Да, конечно. Ну, отлично. Девчонки, готовимся, не расслабляемся. Ну, а здесь, пожалуй, перемотаем. Ребята, вы все сегодня большие молодцы, хорошо постарались, пока что свободны. Девчонки, как вам идея сходить покушать? Да, я не против. О, в принципе, можно, куда пойдем? Может, в Ханаму? Не-не, в Асфаре лучше. Может, просто до Кишмиши дойдем, и все, он как-то... Ребят, а может, в Татмак? Не, ну а че? Ну, в принципе, крутая идея. Да, я думаю, кто-то встретится. Пицца там ничего такая, вроде говоря. Отлично, вот и решили. Идем. Чакушка. Так, а где пацаны? Пацаны, вы где? Пацаны, вы где? Блин, да кто с таким голосом петь-то вообще будет? Мне с курицей, пожалуйста. А мне конопить. 120 рублей. Ты с чем взяла? С сыром. А, ты же веган. Слушай, веганы боятся мяса так же, как вампиры святую воду? Блин, шутить у меня никогда не получалось. Понял. Ребят, кто-нибудь начал уже готовиться к экзамену на веган? Ну, я думал, она нам просто так поставит, по-братски. Не, ну я знаю, что мы поедем в Питер, а все остальное я не учу. Ребят, тут уже Алена пишет, надо обратно возвращаться, влащите. Ребят, мы все большие молодцы, мы очень долго и усердно готовились к этому дню, к этому мероприятию. И я в нас, во всех верю, мы порвем этот зал, зажжем на все 100, да? Конечно, потому что мы Спарта! Спарта! Что там? Наш выход, да? Поехали! Я тебе проводник, а ты нет! Целина для меня пока что секрет! Получу я бабло, а ты нет! Меня назовут боец, а потом уже дед. И стану для всех я авторитет. Мне ни капли не стыдно за весь этот бред. Хочешь поехать со мной, покажи свой билет. В поезде я проводник, потому надеваю жилет. Ходит ко мне и просит открыть ей дверь в туалет. Пришлют кипятка и заварить ей чайный пакет.
Плацкартный вагон? Нет, нет. Плацкартный вагон? Нет. Ты думаешь, ей нужен плацкарт? Ей нужен купейный билет. Говоришь, закатайте губу, а она тебе в ответ нет. Конечно же, я повелитель вагона, и вот мой ответ. Я проводник, а ты нет. Я проводник, а ты нет. Для тебя это шок. Весь твой отряд втыкает мой трек и подсел, как на крэк. В 6 вечера кофе, мой завтрак, в 11 ночи обед. Дальше больше побед, дальше больше побед. Это поезд, а не связка карет. Это поезд, а не связка карет. Жди меня, целина, получаю бабло и не собираюсь валить. Это поезд, а не связка карет. Это поезд, а не связка карет. Теперь поем все подряд. Let's go, Спарта отряд. А теперь проводи, как ты нет. Целина для меня пока что секрет. Получу я бабло, ты нет. И вскоре меня назовут боец, а потом уже дед. И стану для всех я авторитет. Но ни капли не стыдно за весь этот бред. Поддержим, ребят, бурными аплодисментами. Дорогие друзья, я хочу сказать, что эта целина для нас будет первая, но наш отряд обязательно справится со всеми трудностями, потому что this is...